Всем привет, здорово, здравствуйте, уважаемые телезрители, у микрофона я, Серго Лепард, и сегодня в ролике я покоптился на сборочке Хаб и Синтекса. Это такой легендарный гетто-игрок, который когда-то очень хорошо играл, но сейчас уже не играет. У себя на компьютере я нашел его старенькую сборочку, которую он когда-то сливал, но так как канала у него больше нету, и получается, что этой сборочки больше ни у кого нету. Но у меня она осталась, опа, администратор телепортировался к нам. Это знак, что ролик получился очень классным, за это нужно поставить лайк. Ну и так как у меня эта сборочка имеется, то я залью ее вам по ссылочки в описании. Если хотите, то можете скачать и почувствовать себя настоящим Хабом и Синтексом. FPS на этой сборке, кстати, реально бодрый. Вот сейчас я вам пропишу FPS, и можете сами увидеть справа сверху то, что, ну, FPSик такой плотненький вообще. Ну и также не забывайте то, что я играю. Ой, это что такое? Ого, чел реально траву собирает. Господи, ребятки, присоединяйтесь играть вместе со мной на Evolve RP. Мой сервачок это Сент-Луис. Будете также садить и выращивать траву вместе с нами. Вот, у меня здесь есть свой промокодик хэштег Лепард, за него получаете кучу бонусов. Ну и также не забывайте участвовать в конкурсе на 100 рублей, чтобы забрать деньги. Вам нужно просто поставить лайк на этот видеоролик, написать какой-либо позитивный комментарий и обязательно подписаться на мой канал. Победитель с прошлого ролика сейчас на экране, я тебя поздравляю. Ну а если ты хочешь залутать деньги, то я уже сказал, что нужно делать. Накладывайте себе что-нибудь вкусненького покушать, желаю всем приятного аппетита и, конечно же, приятного просмотра. Блин, без колокольчика вообще неудобно. У меня еще звуки почему-то в стерео режиме, у меня, короче, влево-вправо. Так, сбива нету, надо привыкнуть уже, ну и все, меня пиздец. Или нет, он меня решил пощадить. Менчик, спасибо тебе большое за это, огромный респект. Что вы мне предлагаете, развернуться и пойти на вас? Ну давайте, я не против. Птичку, танчик, нравится. Это какой-то вообще ботик бегает. Сзади меня фражики, ну и все, меня просто разорвали уже. Из тебя тоже очень крутой фраг получился, братанчик. Так, вот этого тоже, ой, как же я его убил, вообще непонятненько так. И этого тоже быстро забираем, ребята. Тут еще кто-то есть. Конечно, есть, господи, GTA-шка Хаб и Синтекса. Как же я разваливаю на ней, ребятки. На, станчик тебе. И вот так вот вниз зацебагать, как с экстровая ступа. Мишанчик. Мишаня, ты куда? Мишаня! Как же я обожаю багнутые текстуры в этой игре. Ну как, фраг, конечно, ужасный, но пойдет. Шотганчик, опять фражик, отлично. Так, этого мы отзоним. А вот этого с М4 добрать. Ой, ладно, я прыгаю. За сбив посадили, за сбив. Как же мы его забатили, отлично. И вот этого, ну, ладно. Это фражик очередной. Иди сюда. Кстати, я в GTA-шке, я ее немного ремейкнул. Убрал баг с логотипом. Как вы можете заметить, он теперь нормальный. Поставил необходимые плагины для Evolve, потому что сборочка была старая. И в ней не было половины плагинов, с которыми, ну, просто сейчас необходимо играть на Evolve. Без них, ну, просто не проживешь. Вот этого быстренько забрать. Он не застанился, но да ладно, все равно мы его убили. И так. Нет. Ой, как же хорошо, что он застрял. Еще и застанился. Господи, какой же анлак у него просто. Вот этого мы забираем, отлично. В соло чистим квадратик. Пузатого надо. Бегите просто на папу. Ха-ха, я тут с М4 сижу. Я теперь понимаю, почему школьникам нравится играть с этим оружием. Но это реально дисбалансное оружие. Но ты просто сидишь вот так вот, поливаешь всех. Вот так вот добиваешь. Я не знаю, очень сильное оружие вообще. Кто хочет подраться? Ты? Мне кажется, он уже никуда не хочет. У нас тут сидит, ребята, смотрите. Шпион. Шпиона забираем. А вот эта семочка мне не страшно уже. Если у него вижу М4 в руках, значит он, скорее всего, нубик. Поэтому можно спокойно на него прыгать. Но я говорю, если у него М4, то на диглах просто... Фу, мне нет равных уже. Спят усталые игрушки. Книжки спят. Тащим мы квадратик. Так. Просто на сборке такой пиздец. Сука. Тихо, вот этого надо грохнуть. Ну и М4 не контрится. Все. ППС не хватает. Ёшкин городовой. Жестко идем раздавать люлей всем. В любимой игре GTA San Andreas. Что? Дабл фраг. Найс. Как ты дышишь, сука, уебище? Да я на GTA-шке Хаб и Синтекса играю просто, вот и все.
И вам советую, ребята, скачать. Хокаге, не помню, говорил ли это в ролике, но скажу еще раз. Короче, сборку я ремейкнул. Здесь все моды хапы, просто за основу была взята моя стандартная сборка, где исправлены все абсолютно баги, поставлены различные фиксы. Ну и на это все уже я накатил просто модики хапы и поставил полезные скрипты для Evolve, чтобы вы могли спокойно здесь играть. В принципе, все. Ссылку на нее я оставлю в описании. Если будете качать, то с вас лайк, подписка, комментарий, как обычно. Ну и спасибо за просмотр, и всем пока.